Всем привет, меня зовут Анжелика, у меня студия отбеливания зубов My Brilliant Smile в городе Кострома. Я занимаюсь отбеливанием уже более 1,5 лет, и за это время было пройдено много интересных обучений, марафонов, и сегодня я хочу рассказать про один из самых крутых. В августе прошлого года мы участвовали вместе с партнерами My Brilliant Smile из других городов в марафоне, который подготовила для нас сама компания. Это был самый насыщенный и интересный месяц. Я могу с уверенностью сказать, что это был мой самый активный рабочий месяц, и самое большое количество клиентов, несмотря на загруженность из-за марафона, было именно в этот месяц. Каждодневные сторис, посты и создание и монтаж видео заставляли работать мозг и увеличивали количество просмотров, охваты и вообще всю статистику Инстаграм и, конечно же, клиентов. Мы сдружились с коллегами из других городов, обменивались опытом онлайн, наблюдали друг за другом, конечно же, соревновались, боролись за очень-очень достойные призы, которые нам подготовила наша компания. Ира и Саша, огромное вам спасибо за такую мотивацию, такой толчок, прорыв, встряску, которую мы получили в результате и в процессе этого марафона. После этого марафона наша компания организовала нам очень крутую встречу в Москве, куда съехались многие коллеги из разных городов. Это было тоже потрясающе. Мы создавали новый крутой контент для нашего бренда. Это было очень круто, это было очень сильно, это было очень с переступлением через свой страх, лень, неуверенность, и это было очень нужно именно в тот момент, я думаю, каждому из нас. Я знаю, что многие коллеги после прохождения этого марафона очень сильно вдохновились и до сих пор на одном дыхании создают новые проекты, помимо отбеливания, и это очень круто. Кстати, благодаря этому марафону я и мои коллеги научились записывать сторис со своим фейсом, не стесняться камеры. В рамках марафона мы каждый день должны были выкладывать сторис, живые сторис со своим лицом, со своим личным участием. Мы преодолели некую черту неуверенности в себе, и это на самом деле очень помогает, и не только в работе. В результате марафона я заняла почетное 2-е место и получила очень классный приз, который был очень нужен на тот момент. Если бы меня спросили, повторила бы я такой марафон, конечно, да, это было мощно. Спасибо большое за возможность.